Международный технологический форум Digital Bridge проходит ежегодно. В этот раз он собрал свыше 5000 гостей, где каждый может получить знания, увидеть IT-новинки, презентовать свой стартап, поделиться опытом и найти работу. Двухдневная программа состоит из 45 панельных сессий. Участвует более 300 IT-компаний, 70 инвесторов, 200 спикеров со всего мира. В этом внушительном списке основатель InDriver, вице-президент TikTok, руководство Samsung Electronics и другие. На аллее стартапов представлены больше 100 проектов. Среди них выберут лучших и разыграют призовой фонд в 18 тысяч долларов. К примеру, победитель получит 10 тысяч долларов. Разыграют 2 миллиона тенге и на крупнейшем турнире по киберспорту, который также пройдет на площадке форума. На Digital Bridge сегодня и завтра организованы выставки IT-школ, национальных проектов по цифровизации, а также можно найти и на ярмарке вакансий работу в крупных IT-компаниях.